Крошка Антошка ТВ представляет. Это врач. Давай найдем машину, подходящую для врача. Вот такая машинка кабриолет. Нет, врачи не ездят на таких машинках. А может это? Нет, грузовичок тоже не подходит для врача. Тогда это? О нет, врачи не ездят на погрузчиках. А вот это? Ура! Мы нашли машину для врача. Это скорая помощь. Играем дальше. Вот полицейский. А вот пассажирский автобус. Нет, автобус не подходит для полицейского. Как вам гоночная машина? Только если это секретное задание, а так не подходит. Полицейские ездят на мусоровозах? Нет, полицейские не должны ездить на мусоровозах. А эта машина? Точно! Полицейская машина для полицейского. А вот повар. Подберем машину для повара. Может, самосвал? В кузов поместится много продуктов, но повар на такой не поедет. Может, спортивная машина? Неплохо, но в ней нет места для кухонной плиты. А если грузовичок? Там есть место для плиты, но повару он тоже не подойдет. А это машина? Да, конечно, фудтрак или кухня на колесах. Это для повара. Играем дальше. Вот пожарный. Машина такси подходит для пожарного? Нет, на такси на пожар не едут. А бетономешалка? Пожарному бетономешалка не пригодится. А эта машина? Она красная и быстро ездит, но она тоже не подходит. Еще одна машина. Да, на ней будет ездить пожарный. Это пожарная машина. Это строитель. Ищем машину для него. Нет, это машина для полицейского. Так, а эта машина? Тоже нет, она для врача. Следующая машина. Это подошла бы пожарному. А этот грузовичок с инструментами? Точно! Это строительный грузовичок для строителя. А это космонавт. Ну, тут все понятно. Космонавты летают на ракетах. А теперь повторим профессии, которые мы сегодня выучили. Полицейский, врач, пожарный, повар, строитель и космонавт. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.